Дамы и господа, заключительная серия нового сезона фестиваля «Студенческая весна 2016». Продолжение следует. Девушки, расступитесь. Кстати, это была омерзительная восьмерка. Ватсон, я снова пришел первый. Да. Это очень удивительно. Слушайте, Холмс, а почему я постоянно таскаю ваши вещи? А, дружище, это не вещи. Это вещественные доказательства того, что вы у меня на побегушках. Но сейчас не об этом. В мире произошло чудовищное преступление. Пропал. Смысл студенческой весны. Опять. А6, А7 убил, ранил. Ватсон, только что произошло еще одно чудовищное преступление. Какое? Вы безжалостно убили юмор, Ватсон. Так, все, короче, хватит. Меня это достало. Я, между прочим, тоже находил выходы оттуда. Откуда не находил выходы сам Шерлок Холмс? Ага. Перейти дорогу с площади Советов на главпочтамп. Сразу наискосок, чтобы успеть на маршрутку. Ватсон, это гениально. В честь этого вы награждаетесь правом докурить мою трубку. Так, короче, во-первых, это моя трубка. Во-вторых, если я второстепенный персонаж, это не значит, что надо мной можно издеваться. Я, между прочим, доктор. Ах, доктор, как я сразу не догадался. Все же на лице написано четко и разборчиво. Хотя это не свойственно для доктора. Кого вы обманываете, Ватсон? Да какой ты главный герой, а? Я докажу, что мы второстепенные герои, стоим большего. Ой, да чего сейчас вы стоите? Непонятно там с долларом, то вверх, то вниз. Thank you.
peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt Вы что, забыли? Мы вообще-то хотели прославиться нас тут весне. Ну, раз мы с вами греческие богини, то давайте попробуем. Да-да, надоела эта мода. Алабутены! Да хватит уже! Девочки, ну как мы с вами прославимся? У нас только спортсменов знают. И чем же они нравятся? Как чем? Женщины и деньги, я теряю контроль. Ахиллес. Ну вот, он вышел, и снова все внимание только на него. Ой, на него, да? Слава богу, а то так мешалось. Что вы здесь устроили? Помоги нам тоже стать известными. Спуститесь с небес на землю. Ну какие вы известные? Давайте заканчивайте уже. Ну что, девчонки, настал наш звездный час. Чем будем удивлять? Так мы только танцуем в последней линии. Чем богаты, тем и рады. Давайте станцуем. Нет, нет, это не модно. Я слышала, что сейчас модно танцевать тверк. Ужас, это же неприлично. Ой, все, что у нас там посовременней? I've been up all night, trying to get rich. I've been work, 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 work. Кто тверкнул? Не удержалась. Девочки, танцами мы с вами точно не прославимся. Давайте споем. А давайте нашу. Мимо нас, пьяное солнце. Выпьем за любовь. Так, стоп! С таким вокалом мы точно не станем знаменитыми. А я вот себе парня хотела найти. Да как его найти, если у нас так много богинь и так мало богов? Сейчас бы к спартанцам на спортфак. А может, на юрфак? Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Ты кто? Эй, брат, дай бить!
Я греко-римский борец, отвечаю в борьбе эмоций. Я получаю, ведь спорт укрепляет и душу, и тело. А почему вы раньше боролись голыми? Не твое дело! Девочки, я знаю, что нам нужно сделать, чтобы точно стать известными. Давайте инструментал! Арфу кто-нибудь взял? Я взяла! Мы захотели добавить те специи, чтоб разом всем вспомнить про древнюю Грецию. Быстро прославимся мы без помехи, ведь круче, чем мы, только грецкие орехи. Мы можем найти начало у скотча, ну чем не богини в общем. По всему универу про нас слава пошла, и я в универ без пропуска прошла. А я научилась завязывать шнурки, и туфли на липучках мне больше не нужны. Выходя из больницы, снимаю бахилы, вот такая богиня. Нехило! Утюг я дома всегда выключаю. Чё, серьезно? Отвечаю! Хороший исход для нас обязателен, и наше выступление — это показатель. Сегодня мы скажем, что область наша, ведь богиня универа всех краше! Спрятался день, вот и вечер затих, забрав мечты тепло. Кто любовь сохранит, если сердце молчит, и значит все прошло. Вдаль унесенные ветром чувства останется где-то на берегу. Снется луч одинокого солнца на берегу неба. А утро прольется рассветом чувства, усувшие где-то на берегу неба. Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили. Снется луч одинокого солнца на берегу неба. А утро прольется рассветом чувства, уснувшие где-то на берегу неба. Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили на берегу. Солнца на берегу не.
чувствам слушая где-то на берегу неба, чтобы мы никогда не забыли, как друг от друга любили на берегу неба. Чешуя, как жар горя, 33 богатыря, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Мы богатыри, мы сила, братцы, давай боевой клич, богатырь это я. Богатырь это мы, богатырь. Это магазин одежды больших размеров на Ленина 53. Ну что, братцы, обсохли? Ну все, пойдемте назад в море. Как в море? Мы же богатыри. Мы подвиг хотим. Ах, вы подвига захотели. Ну вон створочки, видите? Давайте задвиньте их. Ну и какой это подвиг? Как это какой? Вы только что для меня 500 рублей заработали. А как же сражение? Мы же все-таки богатыри. Так, я не понял, ты чего сказку не читал? Там ничего про сражение не написано. Там написано, что мы выходим из моря, заходим обратно. Нас это не устраивает. Да чего вас все вечно не устраивает, а? Да я же вам вообще жизнь спас. Как сейчас помню. Ночь, моросит дождь. Звонок в дверь. Открываю. А там 33 корзинки. Да я же вас одна достал! Вот именно что достал! Мало того, что мы второстепенные герои, так ты нас всех еще по алфавиту назвал. Знаете, как мы знакомимся? Очень приятно. П. О. П. Хватит, а? Короче говоря, давайте с кем-нибудь один на один буду разговаривать. Кто у вас тут главный? Ну ты. Да. Так, стоп, мне нужно выговориться. Вот мне надоело на чужого дядю работать. Алёша Попович ушел и в жизни чего добился. Ну вы, ребятки, конечно, молодцы, а? Толпой на одного накинулись. Так вообще любой может. Ну-ка. У меня к тебе вообще 1000 претензий. Так не боясничай. Братцы, братцы, да вы чего? Вы вот хотя бы вспомните, как мы с вами выходили из Красного озера. Ага, светили все потом. Да и вообще, мы хотим сказку, без тебя. Знаете, вы и со мной в сказке не особо фигурируете. И вообще, вот на сушу вышли, прям гляжу, у вас языки развязались. А как в море, вот будто воды в рот набрали. В общем, мы так решили. То, что ты главный персонаж, это ничего не значит. Мы без тебя справимся. Это не вы без меня. Это я без вас справлюсь. Военная Ивана, Даяна Купала, Война Ивана, Даяна.
подружила я девчоночка с хорошим пареньком. И вот сломалась веточка, упала на тропу. И вот другая девочка понравилась ему. А где-то за горою лето жаркое, а в моей душе зима. Надену я, девчоночка, повыше каблучки. Попускай меня, девчоночку, заметят мужички. Заправлюсь я солярочкой и кудри накручу. К сопернице доярочке на ферму прикачу. А где השרשרת.
לוקח לשמיים שובי שובי אורתנו מחודשת שבעתיים שובי שובי ונסוף כי דרכנו אין לסוף כי עוד נמשכת השרשרת כי לימינו לב אחד מעולם ועד היד היא עוד נמשכת השרשרת לא 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 לא
Постепенные персонажи, соберем все свои силы! Нам надоело постоянно быть на втором плане! Да! Знаете, мне надоело, что я постоянно играю только грустные роли. Ведь на самом деле я весельчак! Да! Я прям вообще оторвать! У-ху! Петро на коне! Нам надоело, что мы просто персонажи из русских сказок! Дед да бабка! Мы тоже хотим имена! Мы даже не можем нормально документы на пенсию оформить! Да! А меня вообще напрягает, что все знают только Витю. Молодой человек, я извиняюсь, а вы кто? Ну, Макс, Ака, 47, ну... Это Витя, это Витя, это Витя, Витя и Максим. Да, вот это про меня сейчас было, да. Понятно, пошел вон отсюда. Да нам вот это наело! О, женщина, а вы вообще кто? Отлично. Меня даже второстепенные персонажи не узнают. А, это вы? Можно автограф, пожалуйста? Да, конечно, конечно. Нам это все надоело! Да! Мы тоже хотим быть главными! Да! Ничего себе, меня другие герои слушаются. Значит, я главный. До свидания, неудачники! Да! Да! Извините, а я одна не понимаю, чего он говорит. Ну ты что, первый год на втором плане? Просто стой и поддакивай. Да! Ну что, пойдем и дадим бой главным героям! Да! Thank you.
Ну что, дадим бой главным героям. Мы второстепенные персонажи. А нам даже представляться не надо. Да что с ними разговаривать? Эй, Буратино! Ты давай совсем-то тебе не гибай. Ну что, Шерлок? Сначала делаю проход в ноги. А, сейчас. Чубака дело говорит! Бей их! Прекратите! Это же Конан Дойл! Создатель! Для чего я создавал вас? Для чего я писал эту книгу? Ведь по ней снято столько прекрасных фильмов. Ну, ваш отечественный, без сомнения, самый лучший. Поймите, что спорить, кто главный, а кто второстепенный персонаж, можно бесконечно. Но нужно не спорить, а делать. Ведь не важно быть главным. Главное — быть важным. Ну что ж, а теперь настало время узнать, кто же стал главным героем нового сезона. И для награждения званиями народных артистов Кемеровского государственного университета на сцену приглашается начальник юридического отдела, народный артист КМГУ Александр Владимирович Непомнящий. Добрый вечер, уважаемый университет. Всем привет. Спасибо замечательным нашим студентам за такой замечательный концерт. Не буду долго откладывать, тянуть в долгий ящик. Сам знаешь, такое объявление народного артиста, какой-то волнительный момент. Поэтому ребята сказали, что не важно быть главным. Главное быть народным артистом, я считаю. Поэтому сейчас мы узнаем, кто им стал. Итак, народный артист Кемеровского государственного университета по версии 2016 года Виталий Примоносов. Народный артист Кемеровского, народная артистка Кемеровского государственного университета, обладательница замечательного женского вокала, Александра Романова! Спасибо! Спасибо, Александр Владимирович. Наградим еще раз бурными аплодисментами обладателей этого почетного звания. А теперь для вручения дипломов за второе и третье место в номинации «Концертная программа» на сцену приглашается исполняющий обязанности первого проректора Кемеровского государственного университета Юрий Николаевич Журавлев. Участники, вот прошли дни и ночи подготовок, репетиций, счастливые вечера выступлений, где каждый из вас получил свою минуту славы. Дорогие зрители, я надеюсь, вы получили часы удовольствия, наблюдая за всем этим. В общем, все получили, кроме жюри. Потому что жюри потратило. Жюри потратило свои миллионы нервных клеток, рассуждая и споря о том, кто же будет победитель. Сегодня и в этот момент праздник жюри. Мы объявляем победителей. Завтра, напомню, 1 апреля.
уважаемые участники, уважаемые зрители. Диплом за третье место в студенческой весне 2016 года, новый сезон, вручается юридическому факультету. Жюри еще раз подтвердило справедливость закона. За второе место в студенческой весне 2016 года, новый сезон, диплом вручается экономическому факультету. Друзья, как вы понимаете, за законом всегда следует экономика. А вот что следует за экономикой, сейчас мы узнаем. Аплодисменты Юрию Николаевичу. И, наконец, для вручения диплома победителя студенческой весны 2016 в КемГУ на сцену приглашается исполняющий обязанности ректора Кемеровского государственного университета Александр Юрьевич Просеков. Добрый вечер. Можно я в центр? Дорогие друзья, вот вообще, если честно, мне половина концерта было не видно из-за бородатого мужика, который передо мной сидел. Мы завтра с ним разберемся. Александр Владимирович, это я про вас говорю. Значит, первую, самую нелепую шутку, которую я услышал 2 месяца назад, когда я пришел в университет, значит... Я услышал о том, что пришел новый ректор и отменит студвесну. То есть это была самая большая глупость. Вот за два месяца, которые я здесь нахожусь, весна была, есть и будет. Я всех с весной поздравляю. Значит, второе, о чем я хотел бы сказать, ну... К залу необходимо отнестись более внимательно. Кресла неудобные, сцена тоже кривоватая. Я думаю, что мы приведем к 1 сентября все в порядок. Третье. Меня пригласили назвать факультет победитель, но я вначале хотел бы пригласить сюда шеренгу тех, кто мне понравился сегодня на концерте. У меня есть список, я смотрел в социальных сетях, я общался с ребятами, с жюри, ну вот у меня свое какое-то мнение особое, сейчас мы их позовем, потом скажу, что с ними будем делать. Александра Романова. Примоносов Виталий. Шевалев Илья. Фадеева Софья. Бирск Клара. Большанина Анастасия. Дорогие друзья, 4 мая вы отъезжаете, у вас срочный переезд, вы до 11 числа улетаете в Крым, у вас небольшие каникулы. Это к вопросу о том, что у ректора никогда слова с делом не расходятся. Студенты на весне всегда будут поддержаны, поэтому я думаю, что все у нас вместе впереди. Ну и последнее действие.
Вы знаете, объективно, жюри решало, но мое мнение с мнением жюри совпало. Они вне конкуренции. Да я знаю правильный ответ. Факультет физической культуры и спорта. Спасибо Александру Юрьевичу. И наградим бурными аплодисментами победителей. Ну вот и подошел к концу новый сезон студенческой весны в Кемеровском государственном университете. Вся эта музыка.